Не знаю, слышно будет меня, ребята, или нет, но мы начинаем такую игру, как Монтаж Маунт, что-то связано с горами. Тут нету настроек звука, поэтому, в принципе, полный вперед. Присаживайтесь поудобнее. Проморгавшись от соленой воды, я вижу пернатых друзей, что кружат надо мной. Наверное, меня выбросило за борт. Да, именно это со мной случилось. Меня смыло волной с палубы. Судя по одежде, я работаю в море. Но почему-то не припомню ни единого момента этой работы. Не могу вспомнить даже собственное имя. Нужно понять, как я оказался на этом берегу и как-то выбраться отсюда. Thank you.
Thank you.
Здесь, в этом забытом уголке мира, что-то произошло. Вещи, разбросанные вокруг, словно окна в чью-то жизнь. Или это мои собственные воспоминания, запертые в голове, забытые, придавленные серым пейзажем. Порой мне кажется, что кто-то наблюдает за мной. Верю ли я в Бога? Так, не знаю, слышно меня будет или нет, посмотрим. Так, короче, тут надо задатку решить. Красный зеленый.
просыпается. Класс. Батоном медленно опускается. Баский берег. Да. А тут что, вообще света нету, что ли? Опять лампочки. Так. Так, стоп. А как вести? Я просто наоборот. Так, так проще. Так. Рыбацкий берег. Он
Бывает, бывает. Было бы немного крипово. Еще один день под небом без цвета. Одна лишь всепоглощающей страсти. Если бы не скромная разница в оттенках, день было бы сложно отличить от ночи. Это место похоже на часы, в которых остановился маятник. Часы, отделка которых облезла от старости. Серые пустоши вокруг побеждают меня. Кажется, я шагаю по краю бесцветного циферблата. Тик-так, тик-так, тик-так. Ай, да. Короче, опять могила кого-то там. И что нам делать? Воду нырять, что ли? Воду нырять нельзя. Или что? Печальный буй. Хорошо, что не печальный буй. А здесь что? Какие-то, блядь, камни. Чего, блядь? Серьезно? Ой. А какая тут комбинация? Вопрос. Тут еще сейф. Подбираем с песка. Чё, где-то камень проебал? А с какого песка? Где-то может быть камень. Вот о чём я говорю. Это был резной камень 2. А где он, вопрос? Вот это вопрос. Это здесь, что ли? Это что такое?
какая-то лопатка. На траве вряд ли по ней его бы хранили. Хорошо, допустим, мы зашли. Что такое обломок несла? Пригодится этот обломок несла. Да. Списка. А как у нас обломок выглядит? Вот так. Бля, ну его не так-то легко заметить, а? В песке тем более. Стоп, вот он, ё, красоты. Опа. Нихера себе, я бы вообще не заметил. Ну, блядь, сраная невнимательность, блядь. Так. А здесь что творит-то? Так, окей, это мы нашли, следуем. Последовательно, сосед, как реально открыть? Пять, 10, 14, 92. А ну-ка, сейчас. Так, 55, 10, 14. 55, 10, 14, 92, что ли? Жаль, стой. Ладно. Так. 55, 10. Сейчас посмотрим. Так, 10, 14 и 92. Ну, что тут? В смысле? А какая комбинация? Подъемник. А, извиняюсь, не тот этот. Так. Пятьдесят пять.
И чё? Всё, что ли? Так. Так. Да.
Хорошо. Движемся, поднимаемся на тропу. Вдоль берега. Сейчас попробую. Так, а как к нему пройти? Подожди. Указателем к склону Миллиган. Тут хрен, блин, определишь, куда идти. А что использовать? Подожди, у нас же вроде рукоятки нет. Бля.
Вот оно что. Ясно. Одной штуки не хватает, что ли? Дежавю. Я точно уже бывал здесь. Но как вспомнить, когда? Я мог бы спасти всех. Я мог бы спасти кого-нибудь. Блядский остров. Блядский дождь. Блядская слякоть. От этого... бесконечного дождя, все насквозь пропитано сыростью. Хлюпает даже у меня в голове.
каменный постамент. Чем знает для чего он, блин. Каменный постамент. Еще одна фотография. Ну, снимай. Да. Сюда нам, значит, не надо было, да? Непоняток больше, чем я представлял. Еще один, блять, маяк. Понятно. Вот что-то на том маяке. Маяк Салливана. Так, маленький металлический рычаг. Блять, на колодец надо эту херню развесить. Чё там в колодце, интересно? Здесь же, по-моему, ничего не будет, по сути, да? Или будет? Чего? Какие-то, блядь, картины. Мы ж, по-моему, не заберемся сюда, или заберемся. Опа-на. Боюсь, сердце этого места давно перестало биться. Болезнь, прошедшая по острову, не оставила ничего, кроме скорбных теней. Жителям острова пришлось выбирать. Или они остаются и встречают наступающий мор, или бегут отсюда любым способом. Судя по количеству мертвых вокруг, большинство сделало неправильный выбор. Так, тут тупик. Ладно, идем, короче, херачим к этому. Колодц. Блять. И посмотрим, что дальше будет. Блять, почему он бегать нормально не может? Я не знаю. Бегать тут бы реально пригодилось. А топать по острову по 3 часа, это, конечно, такое себе зрелище. Блин,
Я надеюсь, просто так мы сюда пришли, но если возвращаться сюда не нужно будет, это будет просто охренеть, если надо будет возвращаться. Вперед по тропе на калитке. Так. Это что? А, ну да. Старому генератору заправляем его. Ага, возвращаемся. Куда-то возвращаемся. Так, возвращаемся. Так, а где у нас там бензин? Здесь? Куда там бензин? Стоп. Бензин. Бля, мне хочу вспомнить, где этот бензин был. Тут такая тропа здоровая, что обосраться. Стоп, или он внизу был, бензин? Блять, он внизу был. Чё я пошел назад? Ох, я уже забываться начинаю. Игрушка-то прикольная, но то, что он бегать не может, костыляет. Это, конечно, они прям специально это ограничение сделали. Типа, вот, смотрите, он же на костылях ходит, поэтому вы не можете бежать. Ковыляет, как этот. Трупачок. Блять. Да блять. Так,
Там ворота? Кто? А что открыться должно было? Так. Возвращаемся к столбику с деревянной крышкой. К столбику с деревянной крышкой. Возвращаемся. Так, ну это явно не столбики. На пляж, направляемся к маяку. Тому что ли маяку? Стоп. Маяку. А! Маяку, к маяку. Подожди, ну мы же там были, подожди. Становимся на странную с рельефными следами теперь. Что соответствует направлению на север. А, понятно, теперь затрахиваться придется с этим всем. Ладно, попробуем. А, на N. А следующий за что? Я ж на это могу поставить. Вот и на посмотрим, если он там разобрался. В какой стороне непонятно. Так. Да.
нажимаем. Юго-восток. Н это у нас север был, да? Север, да. А юго-восток это у нас... Бля, я даже не знаю. Восток, наверное, а это, наверное, вот это что ли, наверное. Не знаю, конечно, могу ошибаться. Третий, походу, этот, да? Да. Третий. Юг, юго-восток. Юг, восток, восток, это как? Блин, я даже не знаю, что. Блин, я даже не знаю, как правильно, может посмотреть другое? Так, сейчас. А, платформа от SE. SE это платформа, что мы должны быть, да? SE. Зачем неправильно, да? SE.
Попробуем. Вот эта загадка непростая, это просто обосраться. Так, ну что дальше там надо по факту? Так, ну это не здесь открылось, получается, да? Где была ранее закрыта область? Если бы еще вспомнить, где она была. Так она здесь была закрыта, что ли? Или где? Пещеры. Стоп. А при чем тут пещера? Мои крылатые друзья вернулись. Бросают на меня внимательные взгляды. Их, кажется, совсем не тронула та пустота, что вытянула последние соки из этого места. Неужели они последние, что осталось живого на острове? Я помню это место. Да. Странный голос из прошлого. Солнце грело спины. Мы переворачивали камни в полосе прибоя. Опять сейф. Никакой на этот раз пароль. Пять тридцать два, что ли? Ну-ка, подожди-ка. Да, блин. Пять. 32. 51. 79. Так, стоп.
Да ёпарасы-то. Блять, Ирландия. Спускаемся к какой-то пещере. Ну окей. Спустимся тогда к какой-то пещере, наверное. Да ёпарасы-то. Тут же в этом, как в шкафу ничего же не было? Или было? Не, нифига. В шкафах практически ничего и не бывает. Чего? Что это такое? Это прям расхерачено, я смотрю, да? Чего? Расхерачено довольно сильно, я бы сказал. Сначала образы в пещере, теперь вот это. Я должен вспомнить. Я должен вспомнить, кем я был, пока не заблудился в темноте и смятении. Теперь я знаю, что я отсюда. И что моя семья где-то здесь. Ведь я бы их не бросил. Никто в здравом рассудке не бросил бы своих родных. Но здрав ли мой рассудок? Тверда ли моя память? Я должен найти их. Ага. А вот еще свеча, да?
Пленки нужно найти, да? Шарики какие-то. Так. На табурете лежачем, в смысле? А, наверное, вот это, да. Так. Еще две шестерни. Выходим из дома. Походу у нас тут ничего нету, да? Реально там кто-то сидит? Да понятно, чуваки сидят. Закупал. Еще одна свеча. Одна. Нету ничего. Печаль. Так. Идем в дом. Свечу еще одну со стола. Забираем шестерню. Идем к указателям в начале поселения. Ставим тогда, чтобы вот и осталось последнее. Начало.
Капец, у меня передвигается. Проходим, выходим перед входом земли с верстака. А, на улице что ли верстак? Стоп. Не верстак. А, вот. А я что-то не сразу запалил. Еще последней свечи что ли не хватает? Нифига себе поворота. Возвращаемся в поселение. Так. Аля. Окей. В какое поселение? Подожди. Причал это этот, что ли? Причал. Ладно, сейчас попробуем разобраться. Я правильно иду? Пещера? Или все-таки неправильно? Не, походу я немножко заплутал в тот раз. Так. Подожди. Заработало? Да, заработало. Ну,
Последняя свеча. Идем на причал. Ага. Выходим наружу, идем в открывшиеся какие-то ворота. Это еще почти не конец, да? Ладно. Погнали. Павильон какой-то.
Люди обходим, указываемся. Поднимаемся, пробуем. Обходим, оказываемся на одной еще площадке обзора. Ладно. А где там камни? Там камни, которые сложно. Ага, 17:40. Ясно. Так, здесь... Так, возвращаемся, где видели мальчика. Идем по тропе влево. По тропе влево, значит, идем. Возвращаемся обратно к тому пацану, да? Бляха-муха. Пацан сидел. Пацан, по-моему, здесь сидел. А, это имеется в виду. Я здесь уже бывал. Мне знакомо это место. Мне знакомо это место. Помню, как было тепло спине от солнца. И... Рэйчел. Мы были вместе с Рэйчел. Обнявшись, лежали на песке. Мы так друг друга любили. Онья с Питером играли на берегу. Искали под камнями маленьких крабов. Любопытные, полные жизни. Окей, погнали. Ладно. Идем тогда так. Какие-то камни. Мой сын жив. Слышишь? Мой сын жив. Кто ты? Кто ты, блядь, такой? Интересно. Разгадка. Так, а что у нас тут еще? Да.
А, она дает нам пойти только так, что ли? Да, подожди, у нас остался только латунный ключ. Серьезно? Латунный ключ. Не, походу все. А чё латунным ключом-то открывать? Как эту херню надо расставлять? Стопы. Так. Почему не так? Слева направо, юга, запад, восток, север, север. А, подожди, возвращаемся к павильону. Серьезно? Ладно, надеюсь, мы правильно все сделали. Очень на это надеюсь. Капец, как долго.
какие там цифры были, подожди. 17. Ну, 17 это же вниз. Сколько тогда? В смысле? Ёпарасоте. А какой? А какой пароль тогда? Чё за... Запад, восток, север, север. Как оно должно, блядь, работать? Юго-запад. Север-север.
сможешь прочесть это письмо до того, как мы расстанемся. Не знаю, с чего начать. Что же я натворил? Болезнь, все дело в болезни. Моей болезни. Я честен, когда говорю, что не могу с ней справиться. Я должен был спасти всех. Должен был спасти Питера. Но не спас даже себя. Я держал его голову под водой. Чувствовал, как вода наполняет его легкие, а он даже не сопротивлялся. Я знаю, что не должен был делать этого. Подождать. Нужно было бы подождать. Дать времени пройти. Подождать. Я объясню. Подожди, скоро мы встретимся. Ну вот так часть истории завершилась.
от этой игры. Следующую часть хотят назвать по ходу освобождения. Вот. Ну а всем спасибо, что смотрели. С вами был Казуку Фэмили, ребятушки. Всем до новых игр и до новых встреч. И всем пока-пока. До скорого, ребятушки. До скорого.